До города Атомщиков с ветерком. Дорога Димитровград-Старая Сахча местами потрепана. Каждый год небольшие ее участки капитально ремонтируют. В этом году ремонт идет у села Бригадировка Меликесского района. На данный момент выполнена практически половина всего объема работ. Уложен асфальт на площади 19 тысяч квадратных метров. Использовано 3 тысячи тонн асфальтобетона. Проведена регенерация на площади 47 120 квадратных метров. Ну, останется завершить работы по укладке асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин. 6 километров дорожного полотна ремонтируют по новому методам холодной регенерации. Рабочие используют старое покрытие как компонент нового. Машины-ресайклеры измельчают старое покрытие и добавляют цемент или битум. К этому составу добавляют новые материалы – щебень и песок. После укладки наносят завершающий слой асфальтобетона. У села Кременки в Старомаинском районе на трассе Казань-Буинск-Ульяновск как раз завершают работы. Производится укладка выравнивающего слоя А16НТ. Вот. Впоследствии будем укладывать верхний слой асфальта, после чего произведется укрепление обочин, ну и, соответственно, участок будет сдаваться. На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году направлено больше 5 миллиардов рублей. На 20% больше, чем в прошлом году. Планируется отремонтировать 49 объектов протяженностью более 120 километров. Из них 31 объект на областных трассах и 18 на улично-дорожной сети Ульяновска. Сюда же входит обновление мостов в районах. Анна Тищенко, Улправда ТВ.